Ну а перед началом данного видеоролика советую тебе подписаться на канал и принять участие в розыгрыше прокачки, который произойдет на 1600 подписчиков. Ну что же, всем привет, дорогие друзья, вы как всегда на канале Лупоп. Сегодня мы вместе с вами плавно перемещаемся на сайтик MyCSGO. Пополни на данный сайт на 7000 рублей обязательно. Если ты будешь пополняться, вводи мой промокод, так пишешь, LO40 сюда. Он мне дает небольшие денежки, собственно говоря, чтобы я каждый раз не пополнялся. Вот только что пополнял пятеру. Собрал с этого промокода денежек, думал снять ролик. Но что в итоге-то? Что в итоге? А? Не открывал даже бесплатные, потому что плюнул. Этот ролик улетел в мусорку. А мне было от слова совсем нихуя. Если вы думаете то, что каждый ролик это окуп, вы очень сильно заблуждаетесь. Вы просто не видите, сколько, блядь, за, так скажем, бэкграунд всей этой красивой картинки, которую вы видите. Я очень надеюсь, что ты не поленишься и спустишься в, ну, под ролик, поставишь лайк. Все-таки эти старания должны хоть как-то себя показывать, окупаться. Окей, уже что, калашики, конечно, давай, бесплатно пройдем. Кстати, уже плюс 300 рублей к нашему балансу. Я думаю, это неплохо. 1010 хотелось бы сделать, да даже, наверное, уйти. Не буду пытаться сегодня свои деньги отбивать. 12 тысяч. Сегодня чисто такая заточка, чисто под ролик. Сделать для вас что-то хорошее, показать, как реально дает MyCSGO, показать, что, типа, можно проебать денег дохуя, так скажем. Реально, можно очень хорошенькую сумму оставить на этом сайте. Ну, а что сделать? Я это делаю чисто ради вас, чтобы вы порадовали свой глаз. Кстати, Мортиса 150 рублей, скис Supreme за 10к. Ой, еще лучше когти, нахуй. А, кстати, когти даже дороже, чем Мортис. Окей, давай, next. Еще одни когти. Окей. Того плюс 1000 рублей, кстати. 10%. Даже больше 10% от моего депозита. Окей. Что? Ну давай, Atomic Heart. 12 тысяч рублей сегодня уже лежит на этом сайте. За, только за сегодня. Тот ролик просто он был вырезан сквозь и напрочь. Поэтому даже выкладывать то не имеет смысла. Окей, одна ностальгия. Опять минус, как и в прошлые разы. Ничего нового. Окей, давай обычным. Вообще хотелось Hyper Knife открыть, но я понимаю то, что ролик из одного кейса будет достаточно скудненьким. Хотелось бы вот перчаточки пустошь за 24 тысячи уже забрать. Хоть что-то, блядь, за сегодня. Ну ладно. Нет, спасибо, я не беру. Я уже два раза пополнялся, уже больше не хочется. Обязательно вводи мой промокод, поддержи меня. Это такое небольшую мотивацию дает. Кстати, я пополнял на 5000 вместе с вашими промокодами. То, что вместе с... То, что вы за эти мои промо мне дало 3000 рублей. 8000 было. Сейчас я сам лично из своего кармана пополнил 7. И что? Осталось 3500 и вот 10 открытий Atomic Heart. Даже предатель не дает. А, ну вот, музей элиты, хоть что-то. Большая пушка, кстати. Окей. Какие-то деньги дает. Какие-то. Но это явно не то, что я хотел бы видеть. Ну, не знаю. Ну, типа, плюс 300 рублей, а что? Можно вот крюк ебаный, либо поток информации. Я вообще буду доволен максимально от этого сайта. Ой, блядь, что ты дал? Это затишье перед бурей, я просто на это буду надеяться. Я буду надеяться, что это реально затишье перед бурей, и ты сейчас что-то годное поставишь. Ебаный в рот, что это? Ну ладно, плюс 200 рублей, окей. Один слив, один минус. Того у нас уже от нашего баланса минус полторашка. Ну хотя бы хроматическую операцию можно было бы уже дать, на самом деле, сунуть, просто сказать... На, Сём, возьми что-то. Возьми и просто забери. Ну, тут 1200 минус косарь. Давай еще раз фаст. Легион Анубис, кстати. Больше ничего нету. 2000 еще минус 200 рублей. Да. 1400 еще минус 700 рублей. Ну, может, ты меня порадуешь как-нибудь, MyCSGO? Не нужно полностью все бабки сливать мои. Музей элиты, окей.
Типа, спасибо. Я своего баланса даже не вижу. Где мой баланс? Куда он улетел? Минус 300 рублей. Еще давай. Еще минус нахуй. Давай еще. Еще раз минус дашь. Блять. Еще минус. Давай еще один раз. Вообще пусто. Вообще, блять. Где деньги? Где ебаный в рот мои деньги, которые я только сегодня залил? Я, конечно, понимаю то, что меня в прошлый раз окупил, но можно было бы уже как бы и побольше дать. Вообще-то семера ну, лежала как бы, да, здесь? А где я? Где она? Что это? Угу. Вообще нихуя не прилетает. Вообще все сплошь и мимо. Пора что-то... Что-то дать пора. Ну, музей элиты. Бля, благо хоть он отсюда падает. Благо хоть что-то дает. Кадрет мне? Да, мне. Кадрет выпал. Сколько ты стоишь? 1700. Кстати, музей элиты даже дороже. Можно было еще предатель сунуть, на самом деле, сюда. 3000, окей. Два плюса подряд, что очень странно. Может быть, еще разок? Ну, нет. В прошлый раз лента заспойлерила, сейчас ничего. Большая пучка, обломчик, окей, плюс 100 рублей. Ладно, 5500. Просто чудом дышим, чудом живем, реально. Азимов пролетает по направлению, только падает за 1000 рублей, 2600. Ладно, каким-то раком, хуем, блять, не знаю, окупает нас... Чудом просто, вот реально, по-другому не скажешь. Бля, ну все, наигрались, да? Ну давай, ладно, еще один разок фастом. Ничего не будет здесь. Ну и последний раз, наверное. Бля, сколько удаленных доступов, это просто пиздец. Отдай деньги, пожалуйста, ебаный в рот. О, боже мой. Блять, настолько залит поток информации. Все. Все. Наныл, нахуй. Реально, реально наныл. Поток информации. 0023. Охуеть. Что ты дал? Еще 2000, ебать. Бля, реально, я наныл. 12 тысяч закинул, вот она пятнашечка залетела в карман. Реально, давай Black Collection. Вот так, ой, Black говорю, White Collection. 5 разков, еще сейчас отсюда поток информации, либо вулканчик, и все будет как бы в потоке. Гипнотически, 1000 рублей, ебать, сюда тоже, нах, малышка. Реально, наныл, по-другому не скажешь. Окей, 3500 еще. Еще есть 3500. Да, биткоин кейс за 59 рублей, давай пожестим, давай десяточку. Может, что-то хорошее дашь? Два кортикса. Нет, минус. Еще? По градиент можно было поставить, на самом деле, Семе. 300 рублей, понятно. Еще разок. Можно выбить, кстати, что-то хорошее, я уверен. Надеюсь, он не поднимется сейчас за долю секунды. Я весь баланс так не оставлю. О, ледяной уголь, кстати. Кстати, 1000 рублей, кстати, даже купила. Хайпер. Ах, нихуя кто-то открывает. Вообще-то у меня цель была его открыть, но... Поток информации я уже продавать не буду точно, я тебе говорю. 403 рубля, еще разок. Ничего, можно P-градиент, например, за 140 тысяч, да? Будет хорошо, как... Я тебе точно говорю, будет вообще, блядь, песня, пушка, гонка. Все, все будет. Деньги, тачки, бляди. Ладно, все, 5-5-3. Последний разок давай откроем, на верочку, не знаю. Там синий фосфор, сколько он сейчас стоит? Все попытки были тщетны. Хорошо, допустим, сколько... Поток информации и 2000 рублей. Давай две просто вот так вот откроем. Две розовеньких. Посмотрим, что тут. И уйдем нахуй. Просто уйдем. Красная линия. Хорошо. Дикое дитя, но такое. Красную линию я оставляю точно. А, бля, слышишь, 1300 рублей вообще-то. На секундочку. Давай еще один разочек.
Ну, бля, нападение Жора. Ладно, оставлю тоже. Тоже не будем выскребываться. 1% на него все будет, бля, что? Ладно, ладно, ладно. Что ж, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Обязательно, пожалуйста, тебя прошу, спустись ниже, поставь лайк, напиши комментарий, то, что Сём, да, ты красавчик, нахуй, не зря ты пилишь этот контент. Так, всем удачи, всем пока, пока-пока, пока.